Здравствуйте! Сейчас я вам представлю лот немецкого бренда Orsay. Этот бренд выпускает женскую одежду в средней ценовой категории. Здесь представлена летняя коллекция. Итак, цена за 1 килограмм 1946 рублей, цена за эту упаковку 29 385 рублей, в упаковке 15 килограмм 100 грамм, количество вещей в упаковке 68, и себестоимость вещи получилась 433 рубля. Итак, это пончо без размера. Написано на этикетке, что это М-ка, но это может быть даже С-ка. У всех вещей есть этикетки, они новые, но иногда попадаются небольшие дефекты, которые, в принципе, легко устраняются. То есть на ощупь вот это пончо, оно содержит шерсть. Итак, болеро на пуговицах. Одной пуговицы тут не хватает, но она есть. То есть она есть вот здесь. Так, размер S-ка, этикетка есть. Так, блуза S-ка. Тут есть небольшой вот такой вот напуск из шифона с этикеткой. Болеро M-ка, точнее, это даже больше кардиган. То есть он сзади идет вот такой вот симпатичный. Очень мягкий и легкий. Водолазка эмочка такая вот обычная, она очень хорошо тянется, мягкая и тонкая. Так, вот такая вот эсочка. Эсочка, небольшое удлинение сзади. Блуза из шифона, рукав 3 четверти, 34 размер. Ну вот, допустим, здесь на вот этой блузке, то есть, а вот еще есть небольшой напуск под грудью, на этой блузке ценник 26 евро. Итак, вот есть еще такая блузочка, она идет двойная. Сверху шифон, снизу идет топ. Размер 44. Пунтовка. Размер 36. Этикетка. Она очень мягкая и тонкая. Кофточка. Размер S-ка. Мягкая очень. О, она безумно мягкая. Такая и легкая. Футболка с длинным рукавом. Это XL. Такая вот. Такие наклеечки переливающиеся. Так, блуза из шифона 40 размер. Есть немножко удлинение спереди. Бусинки все на месте, все хорошо. Так, пунтовка 34 размера, больше идет как блуза. Такая вот. Такая же есть зеленого цвета, и размер у нее 36. Такая. Блуза 38 размера. Приятная. Больше футболочка М-ка. Здесь вот такие вот шнурочки с кисточками. Так, блуза М-ка с таким вот напуском. Пунтовка М-ка.
в том, что вот эти вот модели, именно они, точнее этот лот, коллекции, в принципе, 17-16 года. Блуза, есть запасная пуговка, это М-ка или Л-ка. Рубашка 36 размера, пиджак 36 размера с подплечниками, так, блуза М-ка, то есть так, вот он идет вот таким вот образом, таким крестообразным воротом, блуза 40-го размера, такая плотная, блуза 36-го размера с небольшим напуском, топ, извините, это 34-й размер, далее у нас идет топ, эска, это не, ну, топунтовка без плеч. Такой идет. Она очень мягкая и довольно легкая. Дальше у нас блуза топ без рукавов, с таким вот напуском небольшим, М-ка. Сзади идет вырез капелька. Точно такая же есть Элечка. Такая вот блуза без рукавов. Размер у нее М-ка. Футболка S-очка. Очень легкая, мягкая. Топ Элька, такой вот обычный топ, так, топ М-ка, топ М-ка, такой по типу бархата, вот, он по сути только вот на веревочках таких, очень тоненьких, закреплен. Футболка М-ка с такими вот крестообразными плечами. Такие вот плечи у него. Футболка S-ка. Такая вот. Футболка S-ка. Футболка S-ка. Такая вот пайеточки, то есть звезда тоже в пайетках. Футболка М-очка. Футболка S-ка. Футболка L-ка. С таким вот рисуночком. Но это нашивка, а на нашивке пайетки. Эска. Тут есть небольшое пятно, провели ручкой. Такой вот комбинезон в пол. Это размер 34, он запоясанный. Здесь вот вверху такие интересные бусинки. Очень длинный, такой мягкий. Переходим к платью. Эска. Такое вот обычное платьюшко со шнурочком. А, в принципе, вот это весь этот бренд, он выпускает женскую одежду такого, ну, хорошего качества и при этом актуальные модели. Так, здесь есть небольшое пятно ручкой,
Это у нас S-ка. Ткань плотная, сзади на замке. Есть этикетка. Платье 38 размера. Есть небольшие пятна вот в этой области, но они от пыли. А ткань, она очень, как сказать, к ней все липнет. Платье 38 размера. Тут на этикетке нарисовано, что его можно носить как без плеч, так и с плечами. То есть это уже на усмотрение покупателя. 42 размер у платья. То есть такой вот немножко воздушный низ, атлас вверх. Такое вот оно. Платье 36 размера. Сверху идет шифон и идет подъюбник, получается. Сверху кружево. Платье сарафан 40 размера. Он застегивается вот так до сюда. То есть получается у него небольшой вырез. Нет, у него наврала. У него пуговицы до самого ворота. Ну, без рукавов, есть пояс, размер 40. Так, платье, размер S-ка, у него есть небольшие такие пятна, как будто бы тональник, вот на вороте на белом. Пунтовочка S-ка с таким вот небольшим вырезом около ворота. Платьишко S-ка, очень легкое, полупрозрачное. Платье 38 размера с пояском. Очень хорош, очень, ткань очень плотная. 36 размер у этого платьишка, оно идет немножечко такой позолотой, то есть оно на солнце очень хорошо переливается, и у него есть, то есть подъюбник, то есть он с двойным дном. Платье текстиль 40 размер, есть небольшой поясок такой вот. Платье, шифон, есть, как сказать, внизу у него топ, очень мягкий. Топ идет по всему, по всей длине платья. Итак, платье 32 размера с пояском, это шифон и есть подъюбник. Платье из такой хорошей плотной ткани, 42 размер. И здесь вот есть небольшой такой вот такой бантик. Юбка 36 размера, ткань такая, вот, которой все липнет. Такая вот юбка. Юбка размер М, такая легкая юбка, юбка клеенчатая, размер 40. Так, переходим на брюки. Брюки 36 размера, такие вот они, не полная длина, они широкие. Брюки 38 размера, больше идут как, можно сказать, леггинсы. Такая ткань, но она плотная, но они очень хорошо тянутся. Слаксы 36 размера, идут с ремешком,
ткани все липнет. То есть есть подвороты, но их можно выпрямить. Брюки 38 размера с ремешком. Джинсы Алькот 28 размера, зауженные. Такая вот у них длина. И брюки 40 размера. Такие они очень широкие и неполная длина. Такие вот симпатичные. И есть в этой упаковке вещи, которые не входят в себестоимость. Их несколько, но они очень хорошие, они все с бирками и с этикетками. Ремень XS. Это все кожзам, все это искусственные материалы, но они очень ходовые аксессуары. Такой вот симпатичный ремень. Ремень кожзам, размер S, то есть он на обычном замке. Также вот такой вот ремешок, он тянется очень хорошо, то есть он идет как пружинкой, то есть очень маленькой. Застегивается он вот так, то есть на платьюшко, и очень будет хорошо. То есть, но здесь есть небольшой вот такой вот дефектик, то есть здесь, как сказать, неравномерно идут вот эти вот пружинки, то есть есть небольшие два сгиба, они идут сзади, получается. Итак, ободок текстильный, здесь есть небольшой, как сказать, небольшой бантик, то есть цена за этот ободок стоит, то есть цена 5 евро, это по скидке. В эту упаковку он не входит в себестоимость. Так, такие вот подследники нулевого размера. То есть они очень хорошо тянутся, и поэтому они могут пойти на любой размер. Итак, это был лот немецкой одежды Orsay. Спасибо за внимание.